Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас я покажусь. Вот и я. Привет. У нас все тает. Погодка хорошая, теплая. Все тает. Лужи. На реке лед тает, потемнел, но несмотря на это, парень катался на коньках. Самоубийца. По-другому не скажешь. Мы когда жили над Ингулом, когда еще ребенком была, я столько видела, не дай бог, таких ужасных случаев, что летом, что зимой. Кошмар. Кошмар, кошмар. Вот, ну. Наша лестница. Это бывшее здание, вернее, здание бывшей флотилии детской. Там моя подружка занималась. Такая была девочка, подружка моя активная, активная. Вот какие лужи. Ну, сегодня плюс 6. Ёлочки. Красиво. Я люблю туман. Туман так украшает природу. Природу украшает туман. Ёлочки. Вот эта машина стоит. Там мальчики кофе очень вкусный делают. Я иду туда. Сейчас. Сейчас еще чуть-чуть покажу вам бульвар наш и иду к мальчикам пить кофе. Сейчас под бой курантов буду пить кофе. Слышите? Это наши часы городские. Это часы, а вот это мой кофе. Несравненный американо. Все пью вместе с вами. Это скамеечка. Ну что, пьем кофе. Опа! Хороший. Очень уже хороший. Темнеет немножко. В общем, смеркается. И я вам хочу показать лебедей. Вот это из металла сваренные лебеди. Вот так вот клювики в виде сердца у них сходятся. И влюбленные на них навешивают замочки в знак своей любви. И тут много-много таких замочков. Традиция такая. Зародилась у нас. Сначала такие замочки вешали на мосту. Вот пешеходный мост, я его показывала в своих видео. Вот. Ну а потом, когда лебедей этих поставили, то стали на них навешивать. Конечно, приятная традиция. Вот такая у нас традиция. Откуда-то она к нам, конечно, пришла. А скоро День Святого Валентина. Я думаю, что вот таких замочков, наверное, будет довольно много. Народ, наверное, запасется, влюбленный народ.
Вот, уже темнеет, и, наверное, больше я... Нет, ну еще что-нибудь, может, сниму. Так, еще раз я... Ля-ля-ля. Ну вот, мои дорогие, я на этом сейчас буду заканчивать. Сейчас я вам покажу вот поближе кафе. Оно мне нравится. Я иногда в него тоже захожу. У меня, кстати, есть съемочка из этого кафе. Я, возможно, вставлю ее в это видео. Недавно я там сидела. Сегодня не буду заходить, потому что вы видели, я только что пила кофе. Больше ничего не хочу. Витрины люблю. Вот, видите, лошади ходят. Конечно, это ужасно, это неправильно. Лошади не должны ходить по центру города. А они ходят. Это же животное. Я люблю животных, лошадей люблю, но я их жутко боюсь. Коров, лошадей, ну даже козочек и то. Ну, козочек не очень, но все-таки они с рогами. А лошади и коровы — это вообще катастрофа, я их жутко боюсь. Собак нет, собак тоже. Все, пока-пока.